Всем здравствуйте. Ограничения в сторону России и ее представителей вступают одно за другим. Теперь они коснулись и фэшн-индустрии. Так, Валентин Юдашкин лишился возможности показать свои работы на престижном мероприятии. В Париже 28 февраля стартовало легендарное и долгожданное для всех модниц планеты мероприятие – «Женская неделя моды», которая продлится до 8 марта. Свои коллекции демонстрируют известнейшие кутюрье и дома моды. Но вот российских среди них не будет. Назначенное на вторник дефиле Валентина Юдашкина, на которого и так больно смотреть, не состоится. А все из-за того, что наш модельер не высказал своего осуждения. За это подвергся санкциям со стороны зарубежных коллег. Главное событие для любителей моды со всего мира в этом году пройдет без участия работ Валентина Юдашкина. Кутюрье не сможет провести показ во вторник, так как он высказался о происходящем. Представители внимательно присматривались к кандидатуре Юдашкина и все же решили, что 58-летнего модельера не допустят к неделе высокой моды. По мнению организаторов, если бы он высказал сомнения, то это было бы гарантией его участия в мероприятии. «Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина», — сказал агентству «Франс Пресс» глава Федерации Ральф Толедано. «Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал, уберите его немедленно». Тем не менее, среди манекенщиц на подиумах были замечены россиянки, модели София Штейнберг, Алина Болотина, Таня Чурбанова и Катя Владыкина участвовали в показах Dior, Saint Laurent и Botter. Валентин Юдашкин никак не прокомментировал эту ситуацию. Сейчас он проводит все свое время в окружении близких, которые поддерживают его в борьбе с раком. Несмотря на болезнь, модельер полон сил. Как отмечает его дочь Галина, он не намерен оставлять работу. «Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти. Но если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что к 60 он куда-то уйдет. Зная его, могу сказать, что работа ему дает жизнь, силы, интерес, он очень любит этим заниматься», — делилась Юдашкина. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.